Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как выстроить личные границы с родителями? У меня своя семья, муж и ребенок. Мои родители предложили помощь с решением квартирного вопроса и купили квартиру для нас. Мы пока не переехали, планируем это сделать через 3 месяца. Но они начали нас торопить с покупкой кухонного гарнитура, на который выделили нам деньги, хотя их не просили. Думают менять сантехнику там, приехали там навести порядок. Вроде пытаются помочь, но на деле они решают за нас дела и не советуются. Мужа это тоже раздражает, но и он им слова сказать не может, ведь это они купили жилье. Я тоже не понимаю, как грамотно выстроить отношения, не испортив их и не ругаясь. Когда говорю, что не надо что-то делать или торопиться переезжать, они как будто не слышат и делают по-своему. Они живут в соседнем городе, иногда приезжают в гости, однако они не спрашивают, можно ли мы приедем, а просто ставят перед фактом. Я не против их приездов, но мужа это раздражает, так как он считает, что они должны спрашивать, можно ли приехать. Смотрите. На мой взгляд, история здесь такова, что вы не совсем уверены в своей позиции, как мне показал. То есть, ну, вот вроде бы вы на стороне вашего мужа, вроде бы, но, как мне показалось, вы, в принципе, готовы к тому, что родители делают. То есть вы как будто бы принимаете их линию поведения. Вот, ну, так, по крайней мере, это выглядит. На мой взгляд. И мне кажется, что проблема, например, того, что, того, что происходит, это в первую очередь проблема того, что где-то в глубине души вы со своими родителями, может быть, согласны. Вы с ними согласны относительно того, как они себя ведут. Вот. Я не думаю, что это прямо уж такая серьезная трагедия. Но вам нужно сначала определиться, согласны ли вы сами с тем, как это все происходит? Согласны ли вы сами с тем, как ведут себя родители? На что хочется обратить внимание? Хочется обратить внимание на то, что вы пытаетесь как будто бы их, ну, не знаю, учить. То есть, да, вы пытаетесь как будто бы вот их поучать. Вы говорите, не надо торопить, там, и так далее. Вот. Ну, здесь момент такой, что действительно они вас не слышат, потому что
у них есть свои желания. То есть вы правы в том, что они делают то, что хотят. Проблема заключается в том, что вы не делаете того, что хотите. Вот. И я думаю, что в ответе на ваш вопрос, который вы задаете, есть два основных фактора, на которые можно обратить внимание. Первый фактор — это ваши чувства, которыми вы реагируете на, ну, на родителей, на их действия, на их поведение, да? А второй фактор — это, как мне кажется, неумение коммуникации. То есть вот ну, вам не хватает как будто бы коммуникации. Вот. То есть вы не умеете выражать свои чувства. Вот. Не умеете выражать то, что вы, то, что вам хочется. Вот. То есть не умеете говорить о том, что вас волнует, что вас беспокоит. И мне кажется, что это является ключевым аспектом. То есть не нужно никого поучать, не нужно никого учить. Но можно говорить о том, что вы хотите сами. Вот. Самостоятельно выражать то, что вам нужно. Вот. Этому необходимо учиться, потому что мне, например, кажется, что потребуется, ну, вот, какое-то время для того, чтобы вы, скажем так, начали замечать и видеть то, чего вы хотите. Но я думаю, что это, конечно, обязательно будет. Вы говорите, что мужа раздражает то, что делают ваши родители. Как вы сами к этому относитесь? То есть у меня, например, сложилось такое впечатление, что во многом ответственность за то, что происходит, вы прикладываете на своего мужа и хотите решить эту проблему в основном для мужа. А вас вроде как все устраивает. Вот. А понимаете, штука в том, что при выстраивании личных границ, конечно, будет недовольство, потому что, ну, вряд ли ваши родители, во-первых, ожидают, вряд ли ваши родители ждут того, что, ну, вот, вы будете говорить им нет. Да, им это не понравится. И вот этот момент того, что им не понравится, он является ключевым. Потому что здесь проверяется серьезность ваших намерений. То есть от того, как вы отреагируете на то, что родителям что-то не понравилось, и будет зависеть ваша дальнейшая коммуникация с ними.
А если вы отреагируете, например, чувством вины, да, и будете, ну, допустим, пытаться их как-то успокоить, вот, то они, скорее всего, поймут, что были правы. Они поймут, что были правы, и ситуация, скорее всего, не изменится никаким образом. Если же вы будете спокойно говорить о том, что вам важно, если вы будете спокойно говорить о том, чего вы хотите, вот, то, на мой взгляд, ситуация будет гораздо лучше. Вот. Ну, в этом. А в этом смысле. Потому что тогда у ваших родителей появится опыт обратной связи с вами. Вот. Только для начала нужно все же понять, а чего же вы хотите все-таки. То есть вам-то что нужно? Да? Ну, конкретно. Вот. То есть вам необходимо выработать свою позицию. Чтобы возможно выступать с мужем своего рода таким, знаете, ну, единым, что ли, фронтом. Вот. Понимаете, да? Вот. А пока что этого, как мне кажется, не происходит. То есть этого не происходит. Не происходит то, что вы выступаете единым фронтом. Ну вот. Со своим мужем. Вот. А вот такая здесь, как мне кажется, история. Такой, как мне кажется, здесь есть аспект, на который я бы хотел, конечно, обратить ваше внимание сейчас. Мне кажется, что вы не в полной мере себе доверяете. И наша задача научить вас это делать. Личные границы — это доверие себе. В первую очередь. Это именно доверие себе. Если вы себе доверять не привыкли, да, вот, ну, например, там, в силу, допустим, в силу того, например, факта, что родители вот решали за вас какие-то вещи, например, и
продолжают рычать, то, конечно, на мой взгляд, нужно научиться себе доверять. Хоть это, возможно, и не так легко. Вот. Еще мне показалось, что он в какой-то степени вы своих родителей боитесь. Вот. То есть мне так показалось, что, ну, что вам как будто бы страшновато им, а что поговорить. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. А если я прав, и вам действительно так вот, ну, страшно, то с этим тоже необходимо работать. Вот. Вопрос только в том, готовы ли вы к этому. Но можете мне поверить, все возможно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!